Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, что это с вами? Вы какой-то плоский? А, да, это, видимо, создатель экспериментирует. Но думаю, это временно. А, ну вы меня успокоили. Эх, все же хорошо, что сейчас можно заказать такси прямо в чистом поле. Да, спасибо спутниковой навигации. Вам как удобнее, быстро или с приключениями? Быстро и с приключениями. О, забор. Да, любой город начинается с забора. Эх. Хм, пробка? Ночью? Да, это странно. Эмма, доложи обстановку, пожалуйста. Хорошо, Никита. Доброй ночи, уважаемый пассажир. Это она мне? Как приятно. Спасибо. Кстати, меня зовут Роман. Эмма, рада познакомиться. Отцов готов показать? Да, будь добра. Перед грузовиком автобус, он в порядке. Невнятная причина обрыв камена, который лежит поперек дороги. Возможно, под напряжением. Помощь уже на подходе. Эй, что творят? Птичка на проводе. Хе. Ситуация интересная. Эмма, оптимальный путь объезда? Альтернатива? Так и двинемся. Вот и приключение. С вами не соскучишься. Silent Block. Эмма, автопрыжок без индикации. Пожалуйста, приготовьтесь. Приготовиться к чему? Вот это да! Тоже такую хочу! Как машина называется? Outlander 300. Правда, немного покопался. Мы подъедаем сектор Б2. За что люблю этот район, так это за его цветочные ворота. Некоторые шутку называют их горшочными, хотя все равно красиво. Мы подъедаем сектор Б9. Мы подъедаем сектор В8. Мы подъедаем границу населенного пункта. Остановитесь здесь, пожалуйста. Снова оставляю вас в чистом поле.
Не переживайте, здесь недалеко мой дом. Так что спасибо и до встречи. Счастливо, удачи.